За окном снежная зима, но здесь жарко и весело. В бассейне «Спартак» проходит дружеская встреча любителей водного поло. На воде встретились команды из Ульяновска и Казани. Команды «Спартак» и «Максимус» сыграли с азартом и огоньком. Заметно, что казанцы уверенно себя чувствуют на нашей территории. Удивляет каждый раз все больше и больше, вот, потому что все сильнее и сильнее. Вот. Состав практически у вас не меняется, но видно, что у вас ребята занимаются регулярно. Вот. Прием теплый, вот. Город гостеприимный, чисто. Вот. Здесь уже вторые сутки, во всяком случае я. Вот. Все очень нравится. Защитник из «Спартака» Булат Ибрагимов считает, что игры в зале и на природе разнохарактерны. Везде есть свои плюсы, если по-настоящему любишь водное поло. Везде свои нюансы, то есть на открытом воздухе это более любительские игры, они более проходят в более расслабленном состоянии, потому что пляж, лето, отдых. В то время как в бассейн мы приходим непосредственно на тренировку и отрабатываем. Ульяновскую команду поддержала очаровательная болельщица. Кристина Воробьева не пропускает ни одну игру. Всегда болею за нашу команду ульяновскую. Они лучше всех, они самые классные, самые молодцы. И в бассейне, на свежем воздухе мы всегда приезжаем на их игры посмотреть и поучаствовать. Дружеская игра прошла на одном дыхании, ребята остались довольны. В этот раз наши спортсмены нарядились в новые шапочки. Аксессуары подарил Ульяновский завод промышленной арматуры. Теперь ватерполисты будут готовиться к чемпионату Приволжской лиги НВА. Спортивное событие запланировано на конец мая. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.